И для вас сегодня будут играть замечательные музыканты. Давайте их сразу поприветствуем. Это, так сказать, люди, которые постоянно заседают. Это Владимир Александрович Глоухов, пожалуйста, вот он. Александр Куйков, постоянный участник еще джемов и сам джем бич, да, по-моему, сейчас играет. Антон Залетаев. Ну и все остальное. Thank you.
Сыграем пьесу, которую мы, в принципе, ни разу не играли никогда, но вот решили исполнить. Называется она с таким названием «Жили-были». Вот Владимир Головухов на своих концертах рассказывает о каждом произведении. Я надеюсь, как-нибудь он все-таки мне тоже напишет текст, чтобы я прокомментировал это все. На что это похоже? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Это была такая бодрящая пьеса «Кутузовский проспект», 4 часа утра. Да, известный уже, не раз исполненный здесь. А теперь бы я хотел вот пригласить нашего гостя, моего гостя, хорошего друга из Израиля. Это композитор, философ, поэт. Джей Писак, пожалуйста, включи. Мы исполним три композиции. Первая композиция записана была на пластинке Bass Magic, она здесь вот как раз выпущена в компании Artbeat. Благодаря компании Artbeat, благодаря замечательным людям, в первую очередь большая благодарность Сергею Халину за то, что вот он ведет такую работу, Андрею Попову за то, что они все вместе как бы двигают непростое это дело и присутствуют на концертах всегда вне зависимости от того, сколько людей присутствует в зале. Вот первая композиция называется «Города». Thank you.
играет Исаак гитара. И остальное. Вот такая трилогия небольшая была из трех произведений. Спасибо, Миша. Как это делать? Я вот вновь хотел пригласить участников нашего, так сказать, квартета. Александр Кульков, барабаны. Довольно скромно. Антон Залетаев. Чуть лучше. И Владимир Головухов. Вот это уже стайл
темы. Впереди лето, сейчас погода, снег сошел в апреле, это прекрасно. В апреле уже положено снегу сходить, вот, скоро будет май. Поэтому в преддверии, так сказать, пляжного сезона пьеса под названием «Просто пляжная». Thank you.
для исполнения следующего гимна исполнял иногда здесь. Почему-то нет. Потому что как-то вышло так, что три простых слова «па-па-па» запомнились многим. Поэтому мы сейчас попоем немножко все дружно. Да, Дима? Thank you.
закончен. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо компании «Артик», Андрею Попову, Раю Бакатяну, Сергею Халину и всем пришедшим сегодня, не променявшим нас на Лигу чемпионов, между прочим. И на родительское собрание тоже. Спасибо большое. Приобретайте наши диски. Смотрите за нашей рекламой на сайте antongorbunov.com. Мы здесь играем 29 мая. Пожалуйста, приходите. Будет расширенный состав. До свидания.